Не на велосипеде, а на аэроглиссере. В течение 3 дней спасатели Якутии обеспечивали безопасность переправы московского цирка с Шапито, находящегося с гастролями в республике. Из-за закрытия паромной переправы колонна из 8 фургонов, в которых находились 30 человек и 26 голов животных, не смогла переправиться на другой берег реки Вилюй. График гастролей попал под угрозу срыва. На помощь пришел Верхневилюйский поисково-спасательный отряд службы спасения Якутии. Начальник районного подразделения Михаил Ан, подоговорившись с хозяином аэроглиссера, и организовал переправу для цирка. Как заверила администрация московского Шапито, запланированные гастроли пройдут вовремя.